Расскажите, сфера красоты собак и кошек, как она изменилась, ну, хотя бы за эти 10 лет? В нашей стране просто перевернулось с ног на голову, все поменялось. Сейчас требуется огромное количество инструментов, огромное количество косметики, огромное количество знаний для того, чтобы быть специалистом по грумингу, потому что профессия становится конкурентной, грумеров становится много, и они должны быть лучше и быть... Какие материалы сейчас являются лидерами в сфере красоты наших питомцев? То есть страна-производитель, может быть, какая-то марка? Ну, стран много, естественно, и Америка, и Италия, и даже сейчас в России косметику хорошо производят. А и в тенденции косметологической пошла линия на экопродукты, тоже, которые не создают проблем для кожи, не портят ее. А самое сейчас интересное направление – это маски для собак. Любите собак? Конечно, люблю. Кошечек? Обязательно. Надо учиться ухаживать за ним? Я думаю, необходимо. Каждому человеку.